Шахтеры каждый день рискуют своей жизнью, спускаясь в недра земли с целью добыть полезные ископаемые. Сюжет сериала «Черная любовь» разворачивается вокруг простого работяги, которому не очень повезло в жизни. Трудясь каждый день в турецкой шахте, главный герой по имени Кемаль оказывается в центре событий, после прогремевшей на всю округу трагедии, унесшей жизнь десятки шахтеров. В другое время он знакомится с потрясающей красавицей Нихан, которая родилась и выросла в богатейшей семье. В один час из простого рабочего Кемаль превращается в вероятного наследника целого состояния, но не повлияет ли это на его добрый характер? Сможет ли бывший шахтер сохранить уважение окружающих и сберечь любовь Нихан? Отец девушки выступает против их союза и делает все для того, чтобы женить наследницу семейства на недостойном ее любви человеке. Молодыми возлюбленными приходится выбирать, что для них важнее – собственные чувства или ответственность перед семьями и нежелание менять устоявшийся образ жизни. Сериал «Черная любовь» рассказывает нам о необычной судьбе обычного человека, который может в одночасье изменить свою судьбу. Кинопроект вышел в 2015 году, съемки над продолжением длятся и по сей день. Смотрите великолепную работу турецкой мелодрамы прямо с нами и талантливыми героями. А выход новой серии данного сериала на русском языке ожидайте 5 мая, сразу после праздников. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи. Пока.